Здравствуйте, мои хорошие, мои любимые. Тере-тере мукалит мармса. Мы с вами в магазине Lidl, и вы просили показать рыбу. Но что здесь с рыбой? Соленая селедка, 95 центов, упаковка, 176 грамм в банках, маринованная с огурчиком, 2 евро 29 центов. Потом еще вот такая селедка, кусочки в масле. Но здесь очень так вот хитро, все так красиво, и уже писали в группах, что это все это с небольшим таким, скажем, ныксом, но не назовем это обманом, ныксом. Здесь селедка только по краям, а внутри лук. И также в маленьких упаковках, евро 29. Все вроде вот так вот хорошо, ничего не видно, а вообще сама селедка, она идет только по кругу, а внутри вот это большое все пространство занимает лук. Еще такая селедочка вся, 3,95, там по 800 грамм. Селедка 2,99 в консервах. Так, что здесь еще? Спинка лосося горячего копчения, 3 евро 15 центов за килограмм, тут килограммы есть. Соленая 2,69. Филе атлантическое селедки, 2 евро 29 центов большие банки. Там какие-то как салаты рыбные или в томате даже. Там в соусах, в томате и еще в каком-то соусе. Так, кусочки лосося, евро 99. 100-граммовый. Здесь цена за 100 грамм. Вот так красиво. Евро 99 хватаешь. Цена за 100 грамм. Обратите внимание. И все цены идут сверху. Так, здесь еще тоже гравий. Атлантическая лосось с соусом. 2,99, вот такая упаковка. Горячего копчения филе 3,49. Еще кусочки тоже атлантического лосося 2,29. Но вообще, в принципе, здесь ничего такого особого нет. Макрель филе 99 центов. Это уже за килограмм. Вот и горячего копчения макрель 100 грамм, евро 19. Это тоже макрель, 62 цента. В общем, из копченой, грубо говоря, это все. А вот в заморозке, нет, это не заморозка, это холодильник. Маленькая форель, 89 центов за 100 грамм, да, 1 килограмм, 8,90. Вот такая бэби форель, или как она, да, называется, в коробочке их две штуки. Вот, и стоимость на обратном... 600 грамм, например, это 5 евро 42 цента. Две рыбки, вот эта упаковка. Вот, остальное все здесь пока пусто. Но еще есть филе лосося с кожей, 2 евро 49 центов, 100 грамм, килограмм 24,90. Ну, в общем, как бы и все из рыбы. Консервы только, если еще показать. Девочки, спасибо за наводку насчет маринованных огурцов. И о том, что 5... предметов в одни руки. Вы говорите, что очень хорошие эти вот с каруселью, да, эти огурцы. И вот еще 99 центов. Что они там поднимаются прям с каруселькой. Ну попробуй. Ой, какие хорошенькие на вид. Рыбных консервов опять макрель 99 центов, 5 штук вроде не руки. У нас прям ограничения со всех сторон. Шпроты евро 29, 112 грамм коробка. Тунец 85 центов коробка. Шпроты 85. Макрель в томате евро 15. Макрель кусочками евро 19, такая 240 большая банка. И везде стоят ограничители, не больше 5 тунцов в одну руку. То же самое касается круп. Рис, например, 5 пачек в одни руки, 5 пачек в одни руки. Здесь все в ограничениях. Никаких вам 10 килограмм риса или 10 пачек, все. Потому что не надо было хватать. Люди хватали, хватали, теперь вот эти ограничения.
И прямо вот как назло надо макароны. Прям 5 пачек охота. А растительное масло, которое я искала. Ни кукурузного, ни растительного. Подсолнечника я пользуюсь. 3 бутылки в одни руки, евро 49. Пусто. Ой. Понахватали. Несчастным людям ничего не оставили. Ой, а вот сливки у них мировые, между прочим, вот эти. Что с мукой? Это ржаная мука, 5 пачек в одни руки. А это что? Я подумала, соль или сода, даже вздрогнула и похолодела внутри, а это кокосовая стружка. Нет. Коричнево-розовый сахар тоже нет. Что-то я, подождите, сахара не вижу. Ни сахара, ни соли, что ли? Я как-то не поняла. Муки тоже нет. Обычный. 99 центов. 5 штук в одни руки тоже нет. Био есть за евро 15, но извините. О. Еще вы спрашивали, есть ли такая полка, где, грубо говоря, вся просрочка или, да, ну, со скидкой будем называть это, поласковее. 30%, ну, вот это вот, да, есть. Я ее раньше не видела, теперь есть. Вот рыба здесь со скидкой, колбасы, желе, творог. Рыбы соленой очень много, это все со скидкой. 30%. От стоимости. Причем здесь говорили о том, что здесь хороший срок. Срок хороший еще у нее. Скидкой, потом дня через 3 только срок истекает. Не могла я долго ходить по Лидлам. Потянула меня домой со страшной силой. Приехали в Максимум. Я слышала о том, что некоторые сети магазинов убрали с прилавков русские книги, русские журналы, но потом одумались, вернули. Пришла посмотреть, что в Максиме. На русском вижу газета «Раз», «Эстонский экспресс», «МК Эстония», местный на русском есть. Но вот здесь я всегда брала Кристине «Ёжик» журналы, всякие другие разные детские журналы, типа, ну, знаете... Ни одного на русском я не вижу. Вот там какие-то спецвыпуск с рецептами, но взрослый. Больше никаких детских журналов на русском языке я не нашла. Давайте посмотрим книги. Говорили о том, что сняли с полок и русские книги, и даже разукрашки на русском языке. Нет. И разукрашки все только на эстонском. Эстонский, английский. Ни одной книги на русском я больше не вижу. А-а. Вон так. Нету. В Максиме. Мука. Эстонская вот эта. Не эстонская, финская. Ну, короче, дешевая, пшеничная. 79 центов. За 2 килограмма пусто. Но подороже еще есть эстонская. Вот. Наверное, да, она эстонская. Здесь есть еще евро 69 за килограмм. Евро 69, да, это еще есть. Сахар 59 центов. Ограничений в продаже не вижу никаких. Есть. А он показывает, есть продавец. 12 штук. Там писано 12 таттер. 10. А мака. А сахар экстравления 10. Ага, всего по 10, кое-чего можно 12. Ну, 12 это там упаковки видно, правда? Ага, ага. Или, да. А вообще ну да, да. То есть упаковку гречки можно взять в одни руки. Люди берут упаковками прям. По 3 евро. Да, по 3 евро берут. Упаковками не беру. Да. Если будете брать греча там вот по 3 евро. Ага, вот там, поняла. Потом... Скажите, есть ли сода, соль? Нет. Ни сода, ни соли. Соли вообще никакой. Ну, морская там, по-моему. Морская еще хорошо есть, да. Угу, спасибо. Вот так вот. Упаковками. Что? Муж захотел срочно. Соли хотя бы морской. Хотя бы морской соли. Что здесь у нас?
Гречка говорит, идите возьмите. По 3 евро упаковку. 3 евро килограмм, серьезно. Ага. Значит, вот таких можно взять 12 штук в одни руки. У них отдельная табличка висит на ограничение. Что это? Рис. Тоже нету. Ну, вот такие вот килограммами, да? В смысле. А. Ну, в общем, короче, я так понимаю, дешевого нет. Ни соли, ни соды. Вроде как бы все есть, да, но дешевое разобрано все. Причем так, что полки пустые. Масло. Ну вот здесь, например, в Максиме масло есть. Но чтобы за литр 3,59, извините меня. Господи, они всю жизнь были евро 50, да, наверное, где-то? 2,50. 4,69, двухлитровую. Муж от страху взял. Да. Везде все аукнулось. И откликнулась. Нашел муж муку, которая 79 центов. Там она не стоит. Тут стоит. Он такой довольный. Побежал. Беру сырочки Кристине с мармеладом. И вы знаете, что-то как-то как будто бы нашей сметаны захотелось мне. Начинается. В общем, это таттар, который горечка. 3 евро 1 килограмм. И вот продавщица имела в виду. Вот эти упаковки здесь, видимо, 12 штук. Да, трижды 4, кажется, будет 12. Вот это ограничение в одни руки, как бы. Говорит, что по 3 евро никто не берет. Конечно, дорого, когда эта гречка стоила столько. Не было яиц. Сегодня везде пустые полки. Я не знаю, с чем это связано. Как-то пусто вообще. Ни яиц, ничего. Приехали сюда еще из-за яиц. 99 центов. Здесь максимум полно их. Взяли 2 килограмма сахара и даже 2 килограмма муки, но мы тоже должны затариться. Ну что ж такое-то? Муж от переживания берет 30 яиц, правильно делает? Ты сказала. Я сказала 20. Но это хорошо, да? Когда ты слышишь, что 30. 20? Нет, я сказала 30. Бери, да. Бери. Ой. Надо срок делать. Можешь не смотреть срок. Показала вам немножечко, что происходит в наших магазинах. Пока я, как сказать, сама вот так вот, да, не надо было мне что-то. Я как-то все и особо и не вдавалась в том, что этого нету, того нету. Ну, когда придет время, пойдешь там и все это. Да ладно, чего там есть, там завезут, вынесут. А так вот коснулась, масла нет, муки еле достали. На дачу бы растительное масло надо было бы. То все и как-то и вот и пусто. Кроме шуток, так, если вот отбросить всякие шутки, соль соты нету, действительно. И я все шучу про соль, потому что я ее перед тем, как началась вся эта заваруха, купила этот килограмм просто, да, ну, для готовки там, туда-сюда. Если бы сейчас это коснулось, это уже не смешно, ее действительно нет никакой. Даже в специях там, знаете, в отделе, ничего нигде. Какая-то морская, вот там говорила продавщица, в Максиме, может быть, там где-то чего-то лежит или не лежит. Что-то я не нашла, и даже морской. Ну, короче, не смешно вообще-то это уже. Показала вам рыбные полочки. В Лидл вы задавали этот вопрос. В общем-то, поехала я в Лидл ответить на ваш вопрос. И у нас кончились таблетки и гель для посудомойки. И честно... За молоко мы поехали в Максима. Вот молоко Пилос, вот это польское в Лидл. Я голое такое, чистое молоко не пью, а муж очень любит. Просто молоко начнет наяривать. Кто что? Он молоко. Вот, и дает мне попробовать. Я не знаю, такое впечатление, что это... Сначала мне понравилось, ну, это глоток буквально, как будто растаявшее пломбир или что-то, так вроде здорово. А я так представила себе так вот это в таком большом количестве, на какое-то, как будто сладкое, что ли. Муж говорит, горькое. Не знаю. Короче, молоко из Лидла я не хочу пить, использовать как бы, да. Я не пью, но в готовке тоже как-то это, значит, не очень. В общем, молоко нам не зашло. Не знаю, что. В готовке, если это в свинине будет тоже сладкое молоко, я не знаю. В общем, короче, за обычным молоком в обычный магазин
Вот. И вот эти таблетки, которые нам нужны были для посудомоечной машины. Ну и так, я кое-чего здесь взяла. Я не буду утомлять вас опять обзором продукта, опять все да-ба-ба. Вам это уже надоело, все здесь все одно и то же. Но, в общем, так вот по верхушкам покажу буквально, вот минутку. В общем и целом, я даже без чека, чисто так вот по верхушкам. Ветчина это пражская, 60 вроде центов. Взяли аж 4, потому что там такие тоненькие ломтики, она безумно вкусная. По акции сейчас булка батона, не знаю, как 29 центов. Кончился кофе бразильский, взяли Мексика, этого Бориску, как я его называю, Борис-то хороший. 99 был йогурт вишневый тот раз. Да, Маркиз. А теперь фруктовый. Капучино был недорогой, но в порошке просто разбавлять. Огурчики, это вы меня сподвигли. Большое вам спасибо. То, что там уксус критично, не критично, я люблю остренькие. Да, огурчики. Да, огурчики были. Вот это дуда, паштет. Улетела у нас мгновенно на 65 вроде центов. Взяла аж 3, потому что здесь это улетает быстро. Очень хвалят сыр с синей плесенью, а сам сыр желтый. Желтый сыр с синей плесенью. Чеддер толстыми кусками. Шикарный сыр, 2,69 был. По 19 вроде центов булочки с шоколадом Христине на утро. С капучино и в школу. И вот гауду еще взяла, буду тефтели фаршировать сыром снова. Хлеб, это вы видели. В общем, ничего особенного. Макароны вроде по 79 центов. Я хочу сказать, дороговато для макарон. Ну, бог с ними, хороших твердых сортов. Вот, соль была дешевая для посудомойки и таблетки для посудомойки, в принципе, то, из-за чего мы туда ездили, и вот из-за того, чтобы вам эту рыбные полки снять. 23 евро вроде все это в Лидле стоило. 23 или 29, 23. Ну, в общем, совершенно недорого. И, вот, и потом, значит, из максимума. Максимум взяли молоко, муку, 2 килограмма сахара, растительное масло, ну, чисто так вот, для дома, да? По сути, на дачу надо, ну, в общем... В холодильнике у меня теперь ветчина, сыры. Пригодятся, небось. Почему-то ничего не остается. А это госконтроль. Сидит на самой верхотуре холодильника. Сейчас еще лапой будет пытаться сосиску достать, а? Ты подумай, а? Ты подумай. Ах ты усатик. Ах ты баловник. Куда? Конечно. Конечно тебе. Спустись еще мне здесь. Давай-ка лапу убирай, чтоб не придавились. Сидит, глядит. Чтоб, не дай бог, что там не туда положили или мимо его усов пронесли. Угу. В максиме 30 яиц взяла, потому что в Лидле яиц не было. Дешевых не было. По 2 там евро с гаком-то, пожалуйста. А дешевых пусто, тоже пусто. Яйца вот сюда. Что это здесь кого-то ломает? Что это тебя корежит? А молоко вот это я имела в виду. Ой, ну щекотно, Маркиз. Вот это молоко. Пилось вот это. Не пилось оно нам, совсем не пилось. Сладко-горькое. Боже, что тебе корежит? Лапы береги, прищемит же. Ну и это тоже все в максиме. Но здесь я сейчас не стану, картошки много набрали, потому что картошки в Лидл тоже нету. Сахар. Я ничего не затариваюсь, это просто так для жизни, 2 килограмма. Мука, вот, пачка, не упаковка. Масло только такое. Молока 5 литров, творожки родные, сметана родная. Ой, что-то я, да, недолго музыка играла у меня с этими импортными магазинами. Перчик хороший, 90 центов за килограмм, здесь вообще 26 центов. Пару пачек масла, ну, как бы так вот, молока 5 литров, господи боже мой. В общем, положение в магазинах... Странное было для меня сегодня, да. Ну, как странное, да? Да. Все понимаю, но...
как-то, пока не коснешься лично, все кажется, что где-то все ничего, так, может, еще как бы, так бы. А она вовсе не как бы, не так бы, а так вот реалии, суровые реалии. Ну, будем надеяться, что товар завезут, все у нас появится. Может, даже еще состоятельного мужчину с мукой, содой, солью. От себя гречкой тушенка с растительным маслом. Ха-ха, да? Раньше вы посмеялись. Да в пандемию правили, королями были те, у кого была туалетная бумага и что, гречка, да? Теперь список расширился. Ладно, на этой позитивной ноте давайте шутить, потому что это смех продлевает жизнь, да. Побольше позитива, иначе мы с вами все не знаем, к чему придем. Не надо. Держаться надо, юморить. Надеяться на все хорошее. Не бывает всегда полоса черная, правда? Все-таки после черного всегда бывает белое. Клавиша черная, клавиша белая. Вся жизнь как пианино. А потом крышка. Но это уже опять пессимистично. Давайте оптимистично. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покупайте муку, хватайте масла. Чтоб другим не досталось. Всего вам хорошего, хорошего настроения, позитива. И до следующего видео. Хеатайка, кайки, хеатайка.